Любимое развлечение Кирюши. Вот здесь такие веточки гнущиеся, как будто ивовые. И вот он сюда приходит, да, Кирюша? Угу. Берет их и развлекается. Заодно и Аня развлекается. Ане этот процесс очень нравится. Да, Люда? У нас идет снегодождь. Дождь и снег. Ну, в общем, мерзкая погода. Хотя сегодня было солнышко. Тепленько было. Это тепленько не было, но было солнышко. А теперь вот снегодождит. Как погода, что-то непонятно. Давай смотрим. Африканский плод. Личи. Такой он, как шишечка, твердый, колючий. Так вот. Скрывается. Мам, я не ел все. Хорошо. Вот такой получается. Я не буду. Внутри. Доедать. Можно? Не доедать. Хорошо. Он такой по фактуре, как виноградина. Большая. Да. И внутри у него одна косточка. А запах у него лидии. Виноград такой. Он очень сладкий, сочный. Сладющий просто. Аня все как будто кушает. Кирюш, покажи, какая у тебя пицца красивая. Все. А ты зачем выкинула тарелку? Вот такая пицца, класс. И как ее брать надо? Вот такой лопаточкой, да? Угу. И куда, на тарелочку класть? Да. Хочешь, как покажу? Покажи. Ага. А вот это вот у тебя что зелененькое, красненькое? Это что такое? Аня, как будто ням-ням-ням делать. Как будто надо. Ам-ам-ам. Так. Это, вот так. Это белая такая штучка. А это тоже черная. А это красная. Соль и перец, может быть? Да, соль и перец. Угу. А вот так, да, вот это что такое? Не знаю. Кетчуп, может? Я думаю, кетчуп. А у Ани это макароны, да, с сыром? Да. Не сыром, а с кетчупом, с соусом какие-то. Аня. Ну, этот соус. А, это тоже соус, да? Да. Это соус, может, на него класть надо. Может. Это может такой соус. Ну, может и такой. Хочешь, приготовим все, что надо? Давай. Аня. Мы хотим с мамой поиграть. Хотим. Можно? Давай поиграем с тобой, мам. Ну, давай будем играть. Мы же так вроде играем. Я уже сколько пиццы съела. Теперь худеть и худеть. Мне хочется просто готовить пиццу. Вот, там печка, а тут стол нет. Аня тоже хочет готовить пиццу. Спич. Вот как расчесалась. Молодец. Вот расчесалась. Вот хорошо как расчесалась. Молодчинка. Всю себя расчесала. Красиво расчесалась, так, молодчинка. Во, умничка, да, правильно. У них это на уровне генов, да, я так понимаю, заложено. Кирюша никогда не проявлял такого. Этому с детства учат. Такого рвения к расчесыванию. Красоту надо наводить.
Красоту. Надо, наверное, челку все-таки стричь. Он острый. Может быть. Да, это? Нанька. Это папин робот. А это Кирюшин. А тебе роботы пока не положены. Отдай. Отдай. Он как на шпагат садится. Отдай моего робота. Пап. Вот так вот. Вот так, да. Отдай, это моя игрушка. Тебе пупу поделать? Отдай, мое. Это мое, отдай. Отдай мою игрушку. Не ломай мои игрушки, это мое. Нет, не дам. Отдай. Отдай, отдай папе. Отдай папину игрушку. Это моя, а то папина. А тебе не рекет. Что? Нет, это мелкая запчасть. Пришел рекет и отжал игрушку. Отдай игрушку. Это наши с Кирюшей две игрушки. Мы с ним играемся. Тебе таким рано играть. Мое.